По инициативе губернатора 2019 год проходит под знаком нулевого травматизма. В этом году в организациях проводится специальная оценка условий труда. За первый пятилетний этап оценку провели около 6 тысяч организаций, оценено чуть больше 187 тысяч рабочих мест, что составляет 61% от количества рабочих мест в организациях региона. Пока мы немного отстаем от страны в целом. По Российской Федерации оценено 71,8%. В текущем году работа активизировалась. Подвести промежуточные итоги года, обсудить общие проблемы и пути их решения собрались специалисты предприятий в отеле «Хилтон». Здесь собрались работодатели, представители трудовых коллективов, специалисты по охране труда, члены профсоюзных организаций. В общем-то, все те, кто непосредственно в каждодневном режиме обеспечивает достойные условия труда или должен, по крайней мере, обеспечить достойные условия труда, кто должен или обеспечивает внедрение принципов социальной справедливости и сплоченности, кто, в общем-то, в ответе за формирование современной системы социального партнерства и за выстраивание эффективного диалога между работниками, собственниками бизнеса и органами власти. Не секрет, что сегодня многие проблемы предприятий и рабочих решаются сверху. Находятся заказы, интересы регионального бизнеса лоббируются правительством региона на международных выставках и форумах. За эту помощь регион ждет своеобразной отдачи в виде выплат достойной зарплаты и улучшения условий труда. Особо ценными в этом смысле являются практики, которые уже внедрены за пределами региона. О них рассказал гость с Урала. Я считаю, абсолютно все технологии, которые применил я на предприятии, можно тиражировать на предприятии абсолютно любого масштаба России, не только России. Да, это не тот путь, который идет европейские предприятия, да, это свой путь, но ключевой фактор развития, да, это эволюционное поступательное движение вперед. Александр Викторович признанный на всероссийском уровне эксперт. Привык оценивать не только предприятия региона, но и регион в целом. Он отметил, что город и область показались ему безопасными по всем критериям, которые он применяет. Дороги, освещенность, поведение людей и водителей. У предприятий, считает он, проблем больше, чем у региона. С этим солидарны и региональные эксперты. Довести травматизм производственный до нуля, естественно, нам за этот год не удалось. Это абсолютно логично. Но начинать работу в этом направлении было просто необходимо. Хотя, если взять статистику прошлого, позапрошлого года, у нас есть определенная положительная динамика. На сегодняшний момент по итогам проведения специальной оценки условий труда 73% от общего количества аттестованных рабочих мест составляют места с оптимальными и допустимыми условиями труда, на которых занято более 120 тысяч работников. 27% рабочих мест с вредными условиями труда. По результатам спецоценки на данных рабочих местах работодателями утверждены 1537 мероприятий по улучшению условий труда. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.